Это сделаем. Разбили, да? Угу. Босса. Сейчас подъезжаем на платформу, ставим шкаф, смотрим Эдема и начинаем. Значит, пушка. Кто умеет, значит, лок умеет колчедан стакать. А кто умеет тянуть колчедан? Мизантроп хорошо тянешь? Крючком изобрет. Ладно. Дуду типка. Стакать. Хорошо умеешь колчедан? Мы в разрушителе сидим, дуду типка и Арагорн. Ага. Так, надо, наверное, вас расселить, потому что вы двое лучше всех стакаете. Не надо, то же самое. Ну смотрите, короче. Трисия стакает норм, да? Трисия с мизантропом сидит или как там? Я в осадке сижу. А мизантроп кто у тебя сидит? Никого? Да, никого. Ну сейчас Эллен будет. Так, давай шкаф. В осадку надо пассажира. Кто в уши стрелять будет? Да, сейчас тут Эллен осмотрим. Макгрегор, это самое, выйди, там тыкни на шкаф. На втором месте. Давай ты шкаф, давай. Видите, на шкаф там перед машинами стоит. Тыкайте в шкаф. Вон Макгрегор где стоит этот. Мизантроп, ты в РК, нет, подойди вон к шкафу. Да. Ну вон он шкаф, ну. Давай. Тыкните кто там шкаф. Все, есть шкаф, Симон Телема. Вон их качество. Точняк Дракма. Короче, смотри, надо, чтобы паладины сейчас бафнули каску на тачке. Я перед боем повешу проклятие стихий, ну, во время боя, а чтобы Драгма дал рост. Все было четко вообще. Драгма что-то как? А мы что, альбитофобию делаем? Да, альбитофобия. И линкнул ему РК, да. Она заходит. Драгма, ты тут, РК? Не вешается каска на тачке. Или я что-то не знаю. Ну там не всегда прокает, короче. Попробуй на осадке повесить. Блин, ВК так долго заходит, или чё? Он ВК уже. А, нет, бафа. На меня идет каска. Драгма, ты ВК? Что я сажусь в осадку, у меня багается. Тыкайте на смон. Что на полное. Ты в РК, Драгма, да? Да-да-да, в РК. Ну, идитесь в один, кто-то в осадку. Так, я с Макгрегором сижу, сижу в осадку. Водилой кто-то сядьте сейчас вот на квадрате. Макгрегор, не задрачивайся. Так, две осадки. Первый каз сбивает квадрат, второй треугольник. Разрушители. В ромбике есть. Так, мизантроп, кто у тебя сидит? Кто у тебя сидит? Трицел. Трицел. В кружке сидит дудутипка. Все хорошо, давайте еще их на пух. Поехали, трэш. Нету водилы в осадке. Мизантроп, мизантроп, иди починить, у тебя 85% хп. Драгма, где? Твоя роль, квадратик, осадка, водила. Сбиваешь каст первый, потом треугольник. Где ты? Где он? Садись в квадрат. Во, поехали. Поехали бить трэш. Поехали. Тачки почините. После этого. На 98 что-то показывает. Ладно. Значит, мотоциклы перед боссом разливаете лужи черные, осадки, сбиваете каст первый квадрат, второй треугольник. Разрушите сами на это стакаете, все нормально. Там что, Даша, проклятие стихии на него? Угу. Драгма, чтобы рост дал. Драгма, ты слышишь, ВРК, сможешь выйти с осадки, кинуть рост и запрыгнуть в осадку? И ты там в центр поставь. И ты там в центр. Перед ну, пулом. Да, перед пулом же или во время пула? Хоть как, без разницы. Как тебе удобно? Не суть важно. Как удобно будет перед пулом. Даша, видишь, что ну, сейчас второго добиваем.
сделаешь. Че, перенети туда? Пока ивент будет, мы с тобой вылезем и уже ждать его будем. И держитесь подальше на максимальный рейндж от босса. Максимальный. Все, приготовились. Ставь тотемы уже, Макс. Ставить тотемы. Стой. Берегитесь, к вам что-то приближается. Быстрее, начинаем маневрирование. Маневрирование! Система орбитального подавления включена. Блять, сесть я не могу нахуй. А, во. Идите назад, босс, откуда приехали. Колчана намного. Разрушитель уже. А, садка. Так, починкам на центр ведите. Колчана тут много. Там колчедан не стакает. Там один стакает, второй не стакает. Дай ускорение, Жека, Жека, дай ускорение. Во второй мизантроп водила. Ты с прицелом сидишь. Мизантроп, ты здесь? Он вылетел. Гусяра. Возьмите в таргет ромбик. Чего он делает? Стоит, да? Заебись. Да падайте быстрее, тяните время. Падайте, да. В лужу заезжайте. В лужу. Огненная. Она бывает быстро. Не ездите, не делайте. Да, добью. Ускорелку. Добьешь? Да. Жека не пополняется. Ладно, дохни. Иди дохни. Пополняется колчедан. Да нет, там не дадите ничего. Что-то я ездил, я бил. Ну а в рекаунте 0 дамага. Что ты бил, блядь? Тебя по голове, что ли? Или у меня рекаунт неправильный? Че это такое? Вот сейчас винкану. Че вот это такое? Один арагом бил. А вот смотри, появилось. Ну вот сейчас появилось. У тебя 25%, у него 63%. Как это понять, блядь? Дудутипка, садись вместо мизантропа. Мизантроп, садись тянуть колчедан крючками. Лучше пусть точняк тянет. Лучше пусть точняк тянет. Ну, ладно. С этим, с драгмой. Сидят в этом разрушителе, когда сделал. Тянули это куда там, на пассажирское, или на главное? Ты где? Короче... Пусть, короче, драгма и точняк будут в одной машине, и все сделаем. Зачем лег сюда, блядь? Башку уже заролил, ходит сюда и, походу, не знает, как в машины надо, что там делать. Кто, мизантроп? Кнопки же, да. Мизантроп, блядь, действительно должно быть. Ну тогда вообще сюда ходить? Как ты там жмук с хода 10 стаков набираешь на нем, а потом чисто обновляешь, чтобы не спало, да? Ну да, 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 тупо всегда на двойку и все. И езжу там, где есть колчеданы жидкие, вот на полубе валяются. Туда и босса всегда ведут, там и машины, и разрушители всегда ездят. Рассаживаемся по машинам.
Жека, садись первый. Я уже сел. Че ты, жмук, с кем сидишь сейчас? Буду типка. Точняк с Драгмой? Ну я пока один, там Драгма, иди к печеньке. Драгма, иди садись к печеньке с точником. А кто будет из вас стакать, Драгма или ты? Да мне все равно, Драгма, умеешь стакать? А он все умеет. Дай на пассажирский. Похильте меня сейчас и... Подожди, похильте меня сейчас, вылезу еще из разрушителя. Мне надо это, проклятие повесить. А мне кто-то нет? А ты где? Ой, я тут возле этого квадрата. У меня три себе водила. Присты, что заняться нечем. Давайте вот кто-то в треугольник садитесь, водителя. Кто знает, что там делать? Вот кто там сел? Абуль, ты знаешь, что касс надо сбивать электрошоком? Я водитель. Так заходи. Я в пушку летал. Два человека в чоппер. Мизантроп, ты здесь? Смотри, да, я зашел. Тут. Подождите, мне елок тут нужно. Вовремя все скажешь. Три цела здесь, три цела. Прист, три цела. А, он тоже лопнулся. Ты что, брать? Блять, меняй их, короче, и добирай двух людей нормальных, и пойдем уже сделаем хоть что-то. Они сейчас так чуть каждый раз будут выходить. Они в машинах забагались, наверное. Три цела, ты здесь. Сали бы хоть сказали что-нибудь. Да никак, написали или вы сказали? Мизантроп 3 цел, садитесь в чопера быстрее. Вы здесь? Чек на пул. Макгрегор... Никто не сидит. У тебя Макгрегор кто в пушке? Никого нет, я говорю, никого нет. Пересаживайся на пушку и один водил в треугольник. Пересаживайся. В треугольник садитесь. Кто сел? Никто не сел. Садитесь в треугольник. Он мизантроп сейчас сидит. Здесь мизантроп быстрее. Все. Вот чоппер почини 3 цел. Че у тебя 78%, мне кажется. Поехали к боссу. Подожди, чоппер он почини, давай чини есть. Все. Подъезжаем. Квадрат первый касс, да? Второй треугольник. Да, квадрат первый касс бывает, второй треугольник. Про тотемы не забывай. Разбивайте пока колчаном. Заебись, блядь. Можно падать. В разрушителе опять никого нет. Ну, шопнуло. Ты, мизантроп, можешь меня бернуть. Я сейчас пока под боссом, подожди. Вылезешь из этого, из мотика бернешь меня. Да он меня убьет, мгновенно. Вот едет тогда. Драма Колчедон не стакает, у него у нас 100. У осадки что-то 30% уже здоровья. Туда мага летит, вообще пиздец. Осадка сейчас подохнет. Что тебе ваншотнуло? Хуй знает. Буду вылазить. Ух, обогнули этот удар. Ты пополняешь, нет? Ваня, этот... Колчедан. Ну там изначально есть 50, 100% у нас было. Вы как в тачку залезли, короче, в разрушитель в этот...
вверху слева там тыкаете на свою машину и тыкаете запомнить цель. У вас будет снизу там отображаться энергия. Короче, один колчедан, что-то он, по-моему, 25% пополняет или что ли как-то так, или, 50% пополняет, по-моему, так. 25 единиц он пополняет, это 50%. Нет. Вы должны, короче, вы должны через таргет смотреть, через свой, потому что там неправильно показывает. Слышишь, три цел нас тебе долго ждать, блядь, тебя? Почему ты ездишь от босса, блядь? Встань и умри, блядь. Зачем ты тянешь время? Ездит, блядь, кугами. Изменение цели преследования. Смена курса. Захотите вы сейчас повесите ГКД и... Сходим. Пойдем, пойдем. Видите? Вон Дуду типка, а он со мной. Или Войт, ты садись в разрушитель. Стакай с драгмой. А Ваня пусть пересядет на это. Ну давай, Ваня. На осадку. На осадку. Это... Сейчас я сяду. Похильте меня. Кружок драгни садись. Я в кружке. Как до этого сидели, так и сидите, только точняк в особо. Таня, вылези, я тебя хилю. Вон треугольник, садитесь. Сейчас. Сбиваю вон тут Джека пока. Сейчас Ивин запустится, не едьте туда далеко. Кстати, подождите, сука, он ничего не садится, надо релогаться. Нейте, нейте, ждите, сейчас запустите. Так, с треугольника все выходите на центр власть пока. Жди пока сейчас, она не зайдет. Слушай, у меня вопрос, почему колчедан не сакрит, если я съедаю 4, а сакрит то штуки 2 только? Надо пополнять его. Все, мисс дроп, садись. Ходи, садись, мисс дроп. Нет, заряды энергии 50. Я съедаю 4 пули, а сакрит только 2. Логично предположить, что меньше 30. Ну то есть он на бой. Что первый раз все? А Буля, приезжай сюда. Едь уже, масло разливай туда в центр. И сейчас лучше введите босса, короче, по прямой. Как мы ехали к нему, тупо по прямой вот так вот едьте и масло там разливайте по прямой. Да-да-да-да, вот так вот примерно. Ты там не умри только. Не, я не... Макс, не вылазь, не ставь ничего, нахер надо. Так, залиму. Поехали. Так, я как раз сбил. Ускорение, ускорение. Так, треугольник сейчас ты как сбиваешь?
цели. Давай еще тяни. Сразу не тяни, там секунды 3 ГКД. Не, давай, пробуй. Каст сбил. Отъезжай далеко, едь в другую сторону. Сбить, каст, каст, каст. Только ускоряй. О. И поднимай колчан. Поехали. Общий системный уровень. Отказ защитных протоколов. Боевая. Давайте быстренько пропустим линии со острокрылой. Потом вернемся после всех. Анальная орбита. Орбит. Короче. Нифига себе, 5 ячеек за раз. Разрушители бежим сразу, фастом ПМ делаем. Точняк, у тебя холик только, да? Угу. Спекай себе додаил, потанчу. Ой, а Макгрегор в ДД спекается, да? Рецепт ролим. Что-то надо будет, скажите. Он продается же для рецепта? Угу. Там на рецептор обследованный. Да. Здесь я на месте бежит. Саня, ты тут? Саня, отвись, а вон зашел. Сейчас разрушителя быстренько ФМ. После босса. Бафы, бафну. Да, сейчас. После босса вообще быстренько идем. Слышишь, жмук, она же триня вот это на танка с йога падает. Если ХМ делать, она же тоже падает, по сути, да? Типа просто добавочный звук. Не скажу точно, надо атлас открывать, у меня аддон от этого выключен. Надо я могу атлас открыть. У меня есть атлас мод. Там отдельное окно добычи, короче, с ХМа. То есть, типа, если ХМ делаешь, есть еще шанс, что доп, короче, выпадет, типа шмотка. Чек на пул, мне топор нужен. Оттуда на послание. А там, слышь, наручи какие-то на танке в боссе были. Ты это не разруливал или ты это забираешь? Да тут 219, но если надо, тебе отдам. А, тогда не надо. Ну, можно, без разницы. Короче, я как понимаю, типа, если в обычном режиме топора нету. Топора нету. В обычном. Там триня зато есть в обычном. Тут что делаем, хэм? А, дерпим хэм. Зергаем сильно.
Мобов, мобов. Вот точняк забери большого. У нас есть Редрик? Мало не останавливаться. А с чё 3 места, а мало скажу. Завъезжайтесь. Выведи из-под облака, а то трэш не сможем слить. Подведите трэш под босса, на полном висит. Хорошо. Чего не бегает лаш? Ничего надо? Никогда не бегает. Искал вопрос. Видишь, они там щиты какие-то вешают, всякую хуйню. Блин, пусть приста через взрыв бьют, он ее вообще нету. Пошлите дворфов. После всех боссов, я же сказал. Кольчуга вот это на Эршаму. Или на кого это? На Элиму. Драгму тебе надо, нет? Полипалу надо это такое. Нет, вроде. Я понял. Пересагрели трэш. Ретрики холли. Давайте стан ремонтником. Грегор в танка. А я и так в танка. Я не знаю, собрание. Ему надо косты сбить. Надо же играть на косты сбить. Драгун, ты с нами до конца пойдешь? Поставь там голповой луч, ой. Да здесь зерен падает, типа реги по фарму. Он там. Он тоже долго пробить. Хз. Ну он 69 кинул, я 68, но он опоздал. Я могу отдать, если он хочет. Я не знаю. Опоздал, но он опоздал. Ничего страшного. Хз, меня не впало, я могу отдать, Мак. Если надо, пиши, отдам. Ремонтик,
тактики, если есть что-то серьезное, расскажите. Потому что я убивал только на Легионе. Блять, кто мне бок кинул? Додумались. Да, я похоже нечаянно. А кто ты на Легионе? На Буле? Да, Буле. Да я хз, а я могу и я собрать, он придет, да отрешим с ним. Дела? Ты вроде хотел без смертей. Да это он хотел. А, в 25-ке-то, да? Надо без смертей попробовать. ПМ режим. Нет, конечно, аппарат не топор. Смотрите, это десятка, я предлагаю. Трися, у нас эрбал или нет? А, у нас хила нет, то есть он спекнет, я понял. Ну, точняка есть хил. А чё вообще, пусть два БДК танчат, Макгрегор и Ллойд. Точняк, например. Пусть. Трися хилит, а точняк ветрика, и нормально будет. У меня хил. Или он пусть хилит. Спекаюсь, короче. В чем мне? Ну естественно. Так мне хило. А Ваня пусть хилит и нормально было. Два скилла тыкать за танка надо. С меня там подиспавишь этот удар с большого. Я двоих подержу. Надеюсь, не буду. Дашь СС, тут руку подобную. Короче, смотрите, по идее Брундира танчит любой мелик, вообще без разницы. Главное, чтобы он на тряпку не ушел. Если Славик подержит двоих, но хз, хильте тогда его хорошо. Слава богу, двоих держать, среднего и большого. Все, и что, весь рейд игра от мелкого. Так, давайте по кастам разберемся. Кто может сбивать каст? Вот Драгма может. Тебя на все касты хватит? Там же 6 секунд КД или что там. Ну и все, все, ты сидишь на мелком, его убиваем первым, да? Потом среднего, потом большого, правильно? Ну да-да-да, пусть тогда вот Макгрегор мелкого и танчит как раз, а ты двоих. Да-да-да, потом заберешь у меня среднего. Среднего, да-да-да, среднего пусть у тебя Макгрегор потом забирает. Ну все, чё? Сейчас если что, Драгма, бро, тебя буду подстраховывать, если что, пойдет не так. Тоже собью каст, мы будем с тобой вместе. Че, все готовы? Выбирайте маленького, пошли. Да. Кто бы вы ни были, мелкого все бейте. Трисей, если что, можешь волшебным потоком ему сбить один радик. Уже сбивал. Да, красиво сработано. Все, подводи сюда поближе к синей лужи. Сейчас. Блять, агро.
Идите за игру, ребята, 70% не бейте. Короче, надо будет разбежаться, когда лужа пропадет. Вот сейчас набирать уже раньше между собой и больше. Выбегайте, шепотучку там. Добивайте мелкого. Что, может, что сделано большом? А хотите, можно Еру дать. Пожалуйста. Кто знает, когда он бьет нормально. Значит, слышишь, он тут не обновляет эти стаки. Как их, ну вот на те оплавления. Поэтому надо будет вот забирать. Я умру, когда ты умрешь. Да, ты умрешь. Он не обновляет тут стаки. Всем. Все, готовься, Макгрегор. А? Сука. Так где она была супер без станции? Надо было Геру давай, да. Там Макс писал, типа у него ГКД какой-то, ГКД, что-то такое дебаф. И заранее, короче, надо было обновлять жирного чуть-чуть. Примерно процентов до 70, а потом уже переводить второго сливать. Ну, ролите, что кому надо. Меч ролю. Какой? И. Блять, сейчас странный плащ. Клинок. Это тут одна ручка, да. На фрез. Прикольно. Пацаны, спина буе. Блять. Там бабуль, спекайся в ШП, если есть, там один хилл я справлюсь. Там три себе пусть будет. Меч ниткам вы распылять не будете? Если думаете распылить, можете дать Макгрегору. Ну лучше мне, да, я трансмут сделаю. А, да, да, или так. Дайте я куплю сок, он там 30 стоит. Давайте быстрее бегите. Я тут давно в десятке не был, но я бы посоветовал Дуду типку в ДЦ и один хапал, остальных все в ДД, ну и два танка. Да там есть параллельно. Параллельно бессмертие сделал. А три мужа танка? У нас кто-то в ДЦ. У нас Абдур. Нет, кто у нас в ДЦ? Ну я не пытался, да, Абдур. Так, еще раз. Абули в ДЦ, правильно? Да. Три серы, три точняк хил. Ну и два БДК. Два танка же убил. Здорово. Ждите. Я начну, короче, ты заберешь. Подожди, ты теперь надо. Как будете бить руки этот жмок? Или что ли? КЗ. Я хз, наверное, правую только сливать, если хотим бессмертия левую не трогать. Да, давайте только правую. Даже стерео не надо кидать. Вот тут это квадрат, это правая, она подписана правая рука, ее надо будет слить. Появится снова слить, убить босса. Все так, да? Чек на пух. Я первый начинаю. Точняк мизотроп, Макгрегор. Я, кстати, вспомнил еще всем, по-моему, под босса надо идти. Я тут недавно в десятке был, бессмертие сделали. Макгрегор готов? Начинает. Я. Ты, а потом? А потом ты. Ага, я понял. Ой, точняк да. Этот, меч, все. Меч не этот. Побежали. Не прижите, блядь, сейчас. Бейте руку все. О. Он босса как рука. Как руку солем босс. Эти обломки. ШП. Сову откидывайте. Откинь это дерьмо. Ты на нем дебаф слава забирай. Сейчас рука появится, надо будет в нее сыграть. Пересе на Макгрегора, дай. Блять, обломки. Обломки. Макгрегор, кольт отдай. Слушай, руку надо быстро слить. Надо очень быстро слить руку.
капли дайте сейчас там. Пытаемся. Добивать 1%. Алекс, ты сейчас на мне не было этого дебафа. Типа броня расколот всю хуйню. Или был? Что, его левая рука, что ли, стакает, я не понял. То, что ты забираешь, говоришь, а я смотрю, на мне его даже нет. Он как шнырь меня даже не может убить, пиздюли. Следующую секунду ударил меня. Заранее... Пацаны, спина опять буе, пацаны. Ты подъебал? Не, серьезно. Почему нет? Все предметы, у которых нет золотой ранки, они были с боссом. Я-то их клёво как научился агрить. Ой, Славик, забери. Подохну. Тебе не бейте пока. Забери, забери, Слава, второго. Так я сюда хочу забить. Лесом не надо стоять просто. Это всё, дети их. Под лицо не лезь к ним, шефая. Слушай, Слав, а у тебя в этом, в ДПМе показывает этот таймер, когда он начинает пиздячить с руками? Угу. Отошли, босс, отошли пока, резаемся. Минутку бью его. Точняк этот, меч нужен был не мне, не Макгрегору. А, он у меня в сумках, ебать. Я думаю, все, блядь. Я искал, главное, смотрел. Каш, Ваня, когда сумануть, резать мизантроп. Да, они стоят. Варенька, ты точником, да, играешь, получается? Да. Ну все, все, я понял. Сейчас они что-то позарят быстро, сейчас я. Че там? Ты что-то позарит. Сейчас, 2 секунды. Кто бы за... Да, я тебе на ключ доступа. Если ты не затрогал, чё он упал? Так, я смотрю, мы по ачивкам решили пройтись. Слушайте, есть предложение в целка пойти как-нибудь на ачивке? Полный дом можно сделать. К примеру. Подходим там. Ты где нашел? Варенька, что-то там. Все, все. Ты этот мизантроп, блядь, тебя ждем. Что-то каш постоянно. Он заебал. Я уже каждый раз по два резал. Мизантроп. Что тут один танк, наверное, да? Или что тут? Почему два? Один кошек, второй босса. Че так не зерганем? Ладно, макрос есть. Ну хз. Свет. Пробахайте, пробахайте. Обязательно ждать, пока она весь этот полукруг пройдет. Мы можем. Не-не-не, убирай. Вперед туда приди, вот на платформу, где она сейчас идет, и оттуда начать. Разницы абсолютно никакой. Так, я на кошках, Макгрегор на боссе. Подожди, я вылетел, подожди. Когда встали на место. Тотем антифира ставишь, ну там сбиваешь сам, если не сам, то, то антифиром сыграем, значит так. Дудутипка уже антифир на Макгрегора. Макгрегор, знаешь, какой касс сбивать, не перепутай. Не знаю, какой касс сбивать, возможно, если бы знал, мог перепутать. Каст, антифир.
На тебе ага. будет антифир висеть. После него Хорошо. Начинает кастовать другой каст. Так. Сейчас я его даже линкану. Ужасающий виск. Ужасающий виск это фир. Вот. Она какую-то другую хуйню кастует. Ну, есть этот... Что я тут? Ультразвуковый виск, который урон наносит. Так, я запутался. Виск? Ужасающий виск — это страх. Ага. Удар защитника или удар стражи какого-то ебучего, не знаю. Короче, ужасающий виск — это фир. Ультразвуковой перед лицом этот делится урон. Если одно Короче... стоит, у тебя ваншоты. То есть рейд стоит, то делится на всех. Вот, ужасающий виск я сбиваю, короче, как топовый Нет, пацан. Ужасающий виск не сбивается. Это важно. А, я понял. А, мне надо страх. Мне надо страх. Тебе бить. Дают антифир, дудутипка. Так. Молчи, послушай. Дудутипка дал антифир. На тебя не вешается фир. Следующий каст после фира. Сбиваешь. Понял. Сейчас ты его увидишь и запомнишь. Так, антифир на тебе висит, босс идет. И зимания. Где босс, бля? Зергаем, чё? У меня макрос есть, но на дикого, но я думаю, мы до дикого зерганем будет. Я-то, блядь, всё быстро схватываю, я ж не тупой. Ага. Чё ты говоришь, кошек залил. Кошек сразу не играть, а дайте ему сагрить секунды 4-5. Мизантроп тут. Где кошек? Где кошек? Вы очень сливаете. Бейте кошек. А я такой сбивай, бы... Сбивай, удар число, сбил, красава. Не я сбил, но я бы тоже сбил. Ну ты понял, да? Что надо сбить? Да. Сейчас он вставать. Маленьких просто зауешь. Дикого может не бить даже. Просто подержу его. Руну просто отойти надо, в сторону отойти надо будет. Вот отходить уже в сторону. Влево, 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 отбегайте от него. Все, отлично. Я себе накричит. Тут ХМ надо сделать, слышишь? Тут все ачивки как раз делаются. ХМ-то это что, надо все лари эти разбить, да, сугробы? Нет, это выстрел. Выстрел убить это ХМ. Давайте, короче, танк двигайся с трэшем, он сейчас пройдет от меня, пошли сразу вперед. Только по сугробу не наступаем. Пошли вперед. Хэм-то это какой? Что там делать надо на хэмере? Фаст-килл. Типа там какое-то время убить. А, понял, за понял. За 2 минуты или сколько убить? Все понятно. Дай тактику соблюдать и как 25-ки не бегайте вот эти сугробы, кпс, сука, обдули. У меня вопрос один. В прошлый раз, ну я, ну, на этом боссе все нормально делал. Я был в себе уверен до одного момента. Короче, он ебанул лужу, это очень увлекательная история. Вот здоровую эту лужу, я туда прыгнул, так? Но, видимо, я очень плохо туда прыгнул, и Децл был с краю, и, в общем, меня он заморозил. Значит ли это, что в прошлый раз я запорол людям ачивку? Да. Не. Чё там, я не понимаю, чё сложно... Забежал в центр в этой большой метки после того, как упала туда глыба. Не, забежал по команде, забежал. И двигаешься там, на месте не стоишь. Тебе нельзя там стоять. Все, а, я понял, я, наверное, забежал, но я там не двигался. И поэтому меня приморозило. Это самая типичная ошибка. Забежал в сугроб и начинают стоять. Надо двигаться постоянно, даже в сугробе. Женя, это жизнь.
сюда, веди трэш, я сдохну сейчас. Бегите к боссу. Отдай, все по мне двигаются. Там все очень просто. А давай ты потанчишь. Я попал. Горн могу дать. Я понял, я БДК. Это, прикинь, Пет, короче, сагрил сугроб. Вот на полном серьезе говорю. Че, видел? Не знал. Я не знал. Так они агрят, если не знал. Че? Ну, они типа агрят, если гром. А, я не знал. Вот и все. Что, ханда, что? Я не знал. Осторожно, блядь, у сугроба бегать. Бегайте, сугробы вот эти вот все, бегайте. Там невидимый сугроб. Блин, чё? Невидимый сугроб. Ну, он, видишь, не влазит. Земли, тупо. Да-да-да, бой повесить, что надо убить. Да, они все идут и идут. Чё, кожевника нет у меня ни у кого? Кожевник с регами, мне кое-что надо для опас. У меня есть частичный рег. А, блядь, тут же второй танк надо, да, по-любому. Здесь? Нет. Зачем? Поставь на меня метку. Поставь на меня метку. Кто в комнату пойдет? Давай я, похуй. Какую комнату? Мы на Торине. Находили, если чё, мы. Ой, блин, чтись нахуй. Что, тут два хила, один танк, погнали. Что? Тут даже можно одного хила. Какой? Вообще буль ДЦ было насрать. Башен. Тоже, да, в эту залупу прыгаю, здорово, лужица. Склепы. Двигайтесь постоянно еще. А тут можно его и мордой, да, держать? Да, тут все равно. ШП, двигайся. Бабу, иди. Тучку к мирезоне там отнеси. Смотрите, метки скоро на полу будут. Жили, выбежали. Недалеко выбежали. Забежали. ДЦ, походу, стоит или... Начали. Вот сейчас склепы все эти вспышки разбить. Давайте. Диспел. Диспел с меня, диспел! Молодцы. Чи, забегайте под боссом вон его. Стойте, бейте. Двигайтесь, главное. Вышли, вышли недалеко. Зашли теперь. Двигаемся там, двигаемся, не стоим. Сбить вспышки эти. Разбейте, разбейте.
Еще одна вспышка. Все, добивайте. Забись. Прикольный щит, так. Да, о, ноги. А какого уровня эти ноги будут? 219. Стой с молнией. Пошли, Тори, Мафаста. Сейчас танка спрятаешь. Держи там, не веди никуда. А, блядь, у меня уже есть штаны. А, вот там. А, это был слабошло, да? С десятки красивее на паладина. Не только на паладина. На всех почти. Десятки красивее. На шаману 105-ки прикольный такой, красный. Лучше, чем десятки, как по мне. Ну, шаман остался, заебись. С десятки. Ну, Тхиро знает, кто за 105-ки с ультуара прикольный. Макгрегор левого танчишь, Слава, ты правого. Ага. Ти все правого пока. Просто это правда, что самые красивые трансмутные шмотки в этом, в солнечном плато выпадают? Нет, там еще самые боги. Ах, за кому как вот. А хотя да, у меня получается не того, если у меня там собраны, у меня такие плечи другого цвета, у меня оно красное все, такое-то коричневое. У него именно красное все. Шарлоны. Так, кто в комнату пойдет? Могу похилить. А я уже один раз там был в этой комнате. Я думал, там реально какие-то движутся, знаешь, типа, блядь, кальян, вся хуйня. Эти хуйня ебаные. Слышь, даже минчик никто не сделал. Хрен дел. Не бейте этого моба пока. Так, Жмук, кто в комнату пойдет? Ты пойдешь? Я пойду, наверное. Жмук, ты пойдешь? Да, мне без разницы, пойдем. Так. ДЦ. Какого хила взять лучше? Комнату ДЦ или точника? ХЗ. Там можно вообще без хила. Без танка. И ДЦ будет. Ну ладно, давай ДЦ. Так, на комнату идем я, ДЦ. Два ШП, наверное, нормально будет? Одного ШП оставь, и все.
Я, ты, один хил и один шипа, и все, и нам хватит. Буду типа прицел на арене стоящий, прицел плюс время. Будет я в ДД? Нет, в танке. Все, прицел на арене, Макгрегор на арене, я в комнату. Подошли, кто в комнату идет, подошли к воротам. Чекнули. Только я на этом боссе что-то... Когда там нам да, что-то что-то меняется... Сокрушительный удар кинулся на танка, на тебя я забираю. Когда на меня кинулся, ты забираешь. Смотришь на меня и все. Ага. Ты там... Ваня, слышишь, ты там командую, вы все в центре стоите, пока мы не пройдем комнату в точнике. И танк, Макгрегор, ты, короче, танчишь весь трэш, и смотри, будет выходить защитник, моб такой, ты его с рейда выводишь. То есть он вышел из стенки, ты туда уже бежишь на него, замедляешь его, ага. И вы все бьете моментально защитника, иначе он вас ваншотнет, он очень сильно бьет. Как там моба, которого контролить надо, плесты там надо будет моба законтролить, как он называется? Мы комнату пройдем, и Жека, наверное, законтролит. Вы какие ачивки тут хотите вообще делать? Хэм. Хэм без смертей. Ну, вам, мне кажется, по-любому надо контролить. Я хз. Может, и без моба. Хуярьте квадрат, короче, хули стоим. А весь трэш сливайте, потом мы спустимся, если чё. Чё, мне делать там жадность? Там же видно было. Да, делай. Да пусть РШП пойдет в комнату, другой. Да спрыгнешь, спрыгнешь. Ну ладно. Да нет, другой ШП, иди в комнату. Прицел в комнату, иди. Прицел в комнату, дуду дипка остаешься. Прицел в дипка. Прям. Я открыл уже, открыл. Где тут пока все треугольники? Слава тени какого-то из них. А получается все. Не бейте это моб. Пойдемте. Треугольники, двигайтесь. Перебежали на другую сторону. Перебежали. С ним пока тут. Сейчас моба. Перебежали и в комнате направо. Не бейте его, блять. Стоимся. Ну ладно, я сходу еще раз за контролем. Ребят, чуть-чуть побыстрее двигаемся. Контроль заново. Не бейте этого. Похилить можно моба, если что, Ваня там смотри. Да, я хилю. Кинь сальву еще на себя. Чтоб наверняка. Трися. На точника салю. Мобы на меня убежали. Может заменим его? Че он, блядь, падает, как и кашляет? Вообще тупой какой-то. Не убейте этого моба. Сука, мизантроп, блядь. Урод. МС, зачем ты убьешь? Если не помню его убивать. Когда, блядь, много трэша... А вообще-то у меня сейчас еще не на КД, звездопад. Вы ждите, пока нагорит танк. Зачем сразу вырываться? 3-4 секунды и начали бить. Почти быстрее спрыгнуть надо. Успеем, Слава. Спустятся все вниз сначала, потом саги. Нахуя вы убиваете моба, которого я контролю? Слушай, долбою. Завоевателя не бейте завоевателя. Давай, Слава, спускайтесь вниз. Давайте весь трэш потом босса. Бейте вот этот завоеватель. Трэш этот сливайте. Рост. Братан, говори, когда штат. Выбирай просто. Откуда будет из колонны молнии босса и
туда пройдешь, и можешь победи. Ну, отошли, где молнии бегут, там будет сейчас разряд. Отошли, все, переходи, переходим в ту сторону. Бельжера, Сесарь. Она вместе, не стойте в одной точке. Роли. Забирай пусть, забирай пусть. Все, отошли, где молния, отошли, где молния. Диспел, диспел, диспел. Покинуть моба. Печеньку маны надо. Дай гим на ману. А пуль гим. Дракон, поставь тотем. Тотем прилива маны. Там еще мамба убила. Тут проценты мизантропа. Сейчас вот он подох. Ушли от моба. Будете добивать. Чак, если что, бабли потанчишь. Нормально, убили. Ушли резервы. Фрея резервится, кстати, 50. Ну, если резать хил, то да. Так не заргнуть. Вы должны победить. Ва, ты хулипала, что ли? Надо. Хуликовский, смотри, прекрасно. Ну, есть шанс очень хороший, если грибы попадутся, зарганы. Под грибы встать, дать рост и убить. Пару пачек бить. Че, хм? Слушайте. Вопрос такой, я заметил, я когда бью эту подругу в фраю, появляется трэш, и я ее не могу убить. Надо трэш, да, сливать? Нет. Надо, когда появляется большое дерево, встать в грибы. Потому что если ты не будешь стоять в грибы, ты ничего не сможешь нажимать. А, вот, вот почему. Там даже фурики, по-моему, не могут быть. Врывайся в трэш и заберу большой цветок. Бегите быстрее на цветы. Мизантроп.